Неизвестные лица под угрозой применения оружия совершили разбойное нападение в отношении 37-летнего жителя города Саратова. Преступники похитили у потерпевшего ключи от квартиры, и из квартиры похитили имущество на сумму свыше 1 миллиона рублей. Злоумышленники уже подсчитывали прибыль, но вдруг в дверь их квартиры постучали. Полиция, открывайте! Открывай! На землю! Быстро! Быстро! Ну а вот, собственно, то, что было похищено из квартиры потерпевшего. Иконы, ордена, монеты и прочая дорогостоящая фурнитура. Итак, версия номер один. Исполняет подозреваемая. Я собиралась познакомить его с девушкой. Ну, видимо, мой муж решил его ограбить. Версия номер два, пожалуй, самая убедительная. Я честный, законопослушный гражданин, вы посмотрите в мои добрые глаза. Разве я могу что-то противозаконное сделать? Третий вариант ответа, конечно же, побуждает к сочувствию. Я хотел разобраться с человеком по имени Дмитрий, который приставал к моей супруге с недостойными сексуальными позывами с его стороны к ней. Хотел ему принести, грубо говоря, настучать по голове. Он сказал, что он готов компенсировать все затраты морального издержки. Как бы там ни было, но в данной ситуации все содеянное, согласно нормам Уголовного кодекса, звучит так. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Разбойное нападение, максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Если вы пострадали от действий задержанных, незамедлительно свяжитесь с ближайшим отделом полиции или звоните по телефонам, указанным на экране. Денис Желтов, Денис Гребенщиков, Вести, дежурная часть, Саратов.